Больше 34 тысяч долларов страховых выплат получат семьи погибших в авиакатастрофе под Алматы. Те, кто получил переломы, ушибы и, иными словами, любой физический ущерб, страховая компания заплатит до 500 000 каждому. При этом страховщики просят всех пострадавших сохранять фискальные товарные чеки с аптек на приобретение товара. По закону все выплаты будут отправлены пострадавшим только при наличии необходимых документов. По словам представителя страховой компании, возмещать ущерб начнут через полгода. То есть, если необходимо будет покупать дополнительные препараты медицинские, там костыли, корсеты, это все будет возмещаться. Для этого мы сейчас будем обзванивать каждого потерпевшего и консультировать, какие необходимо документы предоставить. Касательно погибших, будет выплата осуществляться еждивенцам, как несовершеннолетние дети, либо учащиеся дети, либо инвалиды, там, братья, сестры, папа, мама. То есть выплаты будут осуществляться после того, как они вступят в наследство. То есть в соответствии с законодательством это по истечении 6 месяцев.